Так, плохо слышу вас. Ну, сейчас слышно, нет? А, вот сейчас, да. Так, в общем, смотрите, со мной вышел на связь вот этот Джастас Волкер. Он сообщил мне телефон, как этого, Стива Митчелла. Но? Вот, есть вот у меня телефон, и есть на этом телефоне программа WhatsApp, то есть можно переговариваться. У вас там есть у кого-нибудь WhatsApp, у Володи? Я не знаю. Так, а зачем? Пускай они ознакомятся то, что послали. Чтобы он вышел на то, которое я послал объявление. Да, вот смотрите, он переговорил с ним, он по-русски пока не говорит, этот, видимо, еще Стив. Да. И вот этот Джастас что мне ответил? Я вам сейчас буду включать сообщения голосовые, а вы слушайте. Ну, давай. Стив отзвонился только сейчас. Говорит, что, в принципе, не заинтересован в том, чтобы переезжать в деревню Потеряевка. Хотел бы, конечно, познакомиться, пообщаться, но он хочет поехать в свою верхслужденку на землю, которую он там купил. Слышно было? Слышно, землю купил. Да, говорит, хочет туда ехать, но познакомиться с вами очень тоже хочет. Да пускай он посмотрит то, что послали, скажи, вот это вот. Он увидит школу, увидит людей. Все верующие до одного. Ты покажи самое главное, это что? Воспитание детей лучше нигде не найти. А в школе у него там что, будут их преследовать, давить детей? Он еще не знает. Ну да, я вот говорю то, что мне вот ответили. Ну да, ну как-то, который я послал, материал ему скинуть. Там же все только нажмет и сразу зайдет. Да, 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 я сейчас тогда вот с ним прям непосредственно Стиву перешлю. Да, скажи, посмотри, потом он жалеть будет, очень сильно жалеть будет, что не ознакомился. Он-то, видите, англоговорящий, у вас же там все на русском. Но он сам вас находил. Как он находил? Находил вот эти, я с Джастасом разговаривал, Джастас говорит, что уже он задавал вопрос даже о Потеряевке, сам этот Стив. А кому он задавал? Джастасу, который вот живет здесь уже у вас. Ну, а что он ответил ему? Ну, он просто задавал вопрос, присылал ваши ролики «Открытым оком во свете Библии», вот этот канал. И да. Говорит, что знаешь о вот этой общине, о вот этих людях. Ну вот. Пускай он сам посмотрит, там все есть, я все данные выслал. Ты еще раз посмотри, что я выслал. И ему, чтобы он ознакомился, и нашлись люди, которые перевели ему. Хорошо, хорошо. Ну я сейчас вышлю этому Стиву прям. Да, ему скажи, что обязательно, чтобы познакомился, чтобы потом он не роптал, что не знал. Все остальное, скажи, переменчивое. Просто я к тому, огромный труд положен на то, чтобы одни верующие были. Я к тому, что у вас, если бы кто-то там был с этим, с WhatsApp, может, сразу бы и с ним бы на связь вышли вы сами. Пускай он ознакомится. И может, кто-то ему переводить будет, и чтобы он увидел, что там. Там много увидит глазами своими, даже без перевода. А когда... Хорошо, хорошо, я, в общем, отправлю ему. А когда зайдет на сайт, там написано, ищем соратников. Какие качества? Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Это, скажи, то, что ты ищешь. А то ты в других местах ты этого не найдешь. Ты там чужой будешь, ты будешь кряхтеть день и ночь, скажу, у тебя и воровать, и все будут. Ты один. А тут все вместе, не надо дома возиться с учителями. Школа, все учителя верующие. Самое-то главное, для чего он приехал в Россию-то? Хорошо, все передам. Хорошо. Да, и скажи, можно подумать, может быть, какой-то дом построил бы, жил. Тут ездил, а может быть, даже и продаст. Женя Ищук там что-то не хочет жить. Хорошо, хорошо. Все, отошел, жду. Все, хорошо, ага, до свидания.